Всем доброго времени суток, с вами канал ArtMoney, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот лампочку Era 15 Watt E27 цоколь, и срок службы якобы 30 лет. Ну не знаю, это подсчитано при постоянном включении круглые сутки или половины, не знаю. Вот свет здесь должен быть белым. Как бы ни синим, ни желтым. Желтый я вообще терпеть не могу. Так, мощность 15 ватт. Вот он, да, цветовая температура 4000 К. То есть это вот цветовая температура. Срок службы 30 тысяч часов. Ну, надеюсь, что так и будет. Вот здесь у нас в конце ролика я обязательно предоставлю все фотографии со всех сторон, потому что здесь не видно, здесь другие страны. Вот. Покупала я ее за 120 рублей. Давайте ее проверим. В магазине мне сказали, что она уже у них заранее проверена, что все в порядке. Ну, поверила на слово. Такая вот лампочка. Такой цокол. Сейчас я покажу вам предыдущую лампочку, которая у меня перегорела. Ай-яй, не убегай. Предыдущая у меня вот такая была. В принципе, они похожи. Это немножко это такая талия небольшая. Вот, предыдущая у меня была «Включай» бренда, а тоже 4000К, то есть свет, 15 ватт тоже, как здесь. Вот только сколько там было часов, я не знаю, но проработала она у меня год, год и чуть побольше, пару месяцев, там год и два, где-то так вот. Бывало там, что она горит целый день, бывало, что нет, потому что у меня лампочка и с этой стороны, и с этой стороны. Когда я пишу мастер-класс, я включаю обе, чтобы вот как сейчас вот не было вот этой вот тени, особенно когда рисуешь. Вот она сгорела, и на самом деле на замену ей я купила такую лампочку, потому что в Самаре у нас были очень дорогие лампочки, особенно перед Новым годом, она не подошла. Такая вот. Упаковка. Для мастер-классов она не подошла. Она при включении, поскольку эта лампочка вот была с этой стороны, то вот тут шли рябы, то есть рябит. В принципе, сейчас тоже стала рябить. Вот. Мне она не подошла. Сейчас мы с вами проверим эту лампочку. Здесь вот получится у меня. А, вот получится. Вот она. Вот он, здесь цоколь сюда вставляется. Сейчас мы сюда ставим лампочку с вами. Вот она, лампочка наша. Сейчас мы ее с вами попробуем. Та-дам! Оу, наступил свет. О, наконец-то. Все так ярко. А на экране все равно немножко вижу рябы. Небольшие. Не знаю, наверное, это... Ой, господи. Может быть, немножко с камерой уже проблемы начинаются. Она даже светит, по-моему, гораздо ярче, чем с этой стороны. Вот, давайте посмотрим, что здесь у нас находится. Так, технические характеристики. Ну, вот, наверное, вот с этой стороны лампочка, наверное, в скором времени тоже уже догорает. Так. Специализация. Ну вот она, место продажи, тра-та-та. А видите, даже должно быть, было бы быть штамп магазина и подпись продавца, дата продажи, место продажи. Но, честно говоря, я этого не знала, что так бывает, что так должно быть, что магазин там должен давать какую-то гарантию. Ну вот видите, гарантия 2 года. То есть, по сути, это магазин должен был давать эту гарантию.
Но здесь нет ни печати магазина, ничего. Вот, так что на будущее, знаете, в другом магазине вот будут другие обзоры лампочек. В другом магазине мне дали гарантию 2 года, дали чек. Все как положено. Не знаю, правда, по такой бумажке там была какая-нибудь печать или нет, вот не помню. Но хотя бы так вот, хотя бы сказали. Может быть, это и не надо. Просто предоставишь чек и как бы, а потом вот поставишь здесь подпись свою. Вот в коробочке пусто. Ну да, немножечко рябит, но не так. Ну вот, в принципе, и все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии, понравилась ли вам такая лампочка, была ли у вас такая лампочка. Да, кстати, светодиодная, забыла сказать. Ну и всем пока-пока.